так не бросают своих в Германии. Легенда футбола становится у руля национальной сборной. Наверное, это правильно. Какой же высокий мертизатор, с ума сойти. В сравнении с ним не только Гёдзе, малыш, но и даже Озил. Но это радость. И сейчас будет церемония награждения. И, конечно, вы видите слезы Анхеле Ди Марии, который не смог помочь своей команде в этом матче. Гёдзе герой, знак победы, или это два мяча, которые он забил. Да нет, какие два мяча? Вот главный гол. И вот они, один заменил другого в этом матче, один заменил другого в немецком футболе. Вы смотрите, вот это фото для корреспондентов. Ну что, а теперь...